Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и это очень странная для меня лично новинка, потому что, оказывается, Google решил сделать свою игру. Называется она «Doodle игры» и посвящены, естественно, я так понимаю, Олимпиаде. Давайте посмотрим. Я, в принципе, как говорится, совершенно случайно, занимаясь своими делами в Гугле, ткнула на эту клавишу и решила посмотреть сама. И, может быть, если кто-то из вас не знает, показать вам, потому что это забавно, это интересно, это что-то новенькое. И сама я тоже в это никак не играла. Как видите, это первое прямое включение. Так, передвигайтесь с помощью клавиши со стрелками. Для действия нажмите пробел. Трам-пам-пам. Ну, давайте передвинемся так. Раз. Что это такое? А, для действия. Непонятно. Я не могу сейчас уйти. Ну, окей. Еще не все дисциплины покорены. Хорошо. Тогда пойдем сюда. Тут у нас эти самые не пропускают нас. Добро пожаловать на остров чемпионов. Каждые 4 года сильнейшие спортсмены мира собираются здесь, чтобы посоревноваться. Подойдите к красным воротам, чтобы мы могли проверить ваши способности. Ну, пошли искать красные ворота. Это вот это? Та-дам! Правило. Отбирайте мяч. Передвижение с помощью стрелок. Пробел для мощного удара. Окей. О-о. Ага. Вы победили! Забавно. Так, хорошо. Вы сильнее, чем кажетесь, а то. Вдруг это тот, кто спасет нас. А что, вас надо спасать? Хорошо. Островом управляют 7 спортсменов-чемпионов. Чтобы бросить им вызов, найдите красные ворота. Угу. Победите и восстановите равновесие на острове. Ну, супер. Так, ну что? Класс. Забавная игрушка. В стиле лучших традиций Дэнди. Пошли искать тех самых... Я могу бегать по траве, интересно? Трам-парам-парам. Конечно. Во, олень. Олень, ты чемпион? На острове чемпионов рада всем животным. Даже оленям? Ну, да, хорошо. Олень тут у нас. Так, ага, тут пляжик. Пошли по дорожке. Посмотрим. Мы играем за какого-то тушканчика или лисичку. Что у нас тут? Скейтбординг. Отлично, замечательно. Тарам-пам-пам. Ты кто такой синий? Это Тануки, главный город острова, чемпионов и родина нашего чемпиона по скейтбордингу. Ух ты, бычара. Удачи в поисках. Он постоянно меняет облик и прячется по всему городу. Да. Может быть, у вас получится догнать его на скейтборде? Я не очень уверена. Я не очень хорошо играю всяческие аркады. Так, вы говорите? Город Тануки, крупнейший на острове. Великий чемпион Тануки сидит в додзё, в центре города. Что такое додзё? Добро пожаловать в город Тануки. Здесь есть что посмотреть. Исследуйте. Да, ну давай пойдем исследуем. Мы куда-то сюда можем исследовать. Тут
у вас как-то тесновато немножко. О, вот ты, наверное, великий чемпион. Слушай, а почему тут, смотри, какой-то черепушка висит? Или это не череп? Ну, мне так кажется, что вот здесь вот вообще три черепа. Или это проход? Ага. Сейчас, подожди, ты кто? Каппа. Что значит каппа? У меня каппа включена, хорошо. Все равно каппа. Ладно, а так? Каппа. Ну, может быть, это она каппа. Смотри, мы можем сюда зайти. Угу. А тут у нас черепашка. Привет. Хрр. Да? Может, тебе посуду помыть? Поспать? А чё хр-то? Хр. Это какая-то зазнайка черепашка. Тарам-парам-парам. Что вот это такое у тебя за тапочки или огурцы на полу валяются? Смотри, там у нее какая-то картина за ней. Все равно она хр говорит. Ладно. Может быть, эти черепушки означают то, что сюда можно войти? Но нет. Так, ладно, пошли, давай подойдем к этому крабу. Как к тебе подойти-то? Так не получится. Ну, наверняка это и есть самый-самый чемпион. А еще мне очень странно, знаете, что вот эти вот окошки. Или это солнечная батарея? Так, как я еще могу куда пройти? Меня хлебом не корми, дай куда-нибудь залезть. Так, а ты что? Ты кто? Во время игр на острове чемпионов фонарики в городе зажигают цветом лидирующей команды. Ага. То есть у нас сейчас лидирует зеленая команда. А есть команда? Так, как мне сюда пройти? Я вижу там какое-то мороженое. Это что такое? Так, а ты кто такой? Животные со всего мира приезжают, чтобы бросить вызов чемпионам. Рыба? Рыба. Так, ладно. А ты кто, белочка? Я люблю игры чемпионов, потому что нам дают данго, вкуснятина. Чем лучше вы играете, тем больше шариков данго получите. Какие же они вкусные. Это что-то типа мороженого. Хорошо, подожди, сейчас мы посмотрим на ваше данго. Что у нас тут? Я могу зайти? Могу. О, библиотека. Сказка о двух каппах. Что же за каппа такая? Сказка о трех каппах. Секрет комбо в стрельбе из лука. Это что? Подводные замки. Миф или чудо? Окей. А кто там прячется? Я тебя вижу. Меня не видно, потому что я невидимка. Окей, ну как скажешь. Мы пойдем книжки читать. Все, что ли? Книжки закончились? Так, библиотекарь, у вас книжки закончились. Это непорядок. Добро пожаловать в книжный магазин. Ах, это книжный магазин. Ах, елки. Читайте что угодно, только с собой не уносите. Нет, так все-таки это библиотека. Иначе... Синяя команда. Сильнее с каждым днем. Синее с каждым днем. Так, красная команда. Исследуя победу. Какой-то странный у вас лозунг. Мне нравится синяя. Синее с каждым днем. Итак, желтая команда. Содержимое удалено. А зеленая, чьи фонарики у нас везде висят.
Зеленая команда, нам все по капе. Мне нравится синяя команда. Я могу присоединиться к синей команде? Этим все по капе. А как-то я не хочу, чтобы всем по капе было. Или по кеппе. Я тренировался весь год, и в этот раз я точно выиграю свиток. А, это этот... японская лайка. Ну, выигрыш и выигрыш. Ладно, все, тогда мы уходим. Все, им по капе. А, слушай, подожди, мы еще... Тут как-то у вас город поменялся. Подожди. А почему я здесь оказалась? А, нет, не поменялся. Это я вот отсюда пришла. Так, белочка, это... Слушай, ну знаешь чего? Давай попробуем бросить вызов чемпиону. Или нам надо обязательно к какой-то команде присоединиться? Ну-ка. Тому, кто победит чемпиона, вручат священный свиток. А это еще не все. На главной площади установят вашу статую. Это большая честь. А нам все по капе. Что вот это такое? Давай зайдем, посмотрим. Окей. Это тоже какой-то магазин. Ну, понятно, сувениры. Добро пожаловать, если понадоблюсь, позовите меня, кричит зайка. Что у нас тут есть? Шампунь для шерсти. Смой, повтори и на полный гони. Кажется, это полезно, но я не хочу намочить шерсть. Мы все-таки котик, да. Рамен быстрого приготовления. Экстра острый. А хватит ли мне остроты? Не кушай, котик, всякую гадость. Так, белочка, ты что тут делаешь? Спорт? Я лучше пойду в игровые автоматы. О, белочка, мы с тобой чем-то похожи. Так, ну что ж, игровые автоматы — это тоже спорт. Пошли отсюда. Так, тут опять олень. Давайте попробуем все-таки в красные ворота. Посмотрим, что у нас тут. Ходьба по канату? Скейтбординг это у нас. Выполняйте трюки, чтобы получить как можно больше очков за отведенное время. Клавиши трам-пам-пам, управление движением и трюками. Пробел для прыжка или трюка. Ну, давайте попробуем, в конце концов. Вперед. Так, подожди, это назад было. Опа. А куда ехать-то? Ну, ребята, вы бы так сразу и сказали, скейтбординг. Это был трюк? Ра-ра-ра! Ага. Моим лучшим трюком была заездка в эту публику. Ура! А сколько у нас время? Поздно немножко отзывается. Так, а здесь что? Клик, клик.
А, вот здесь вот можно было ездить, понятно. Где я, где я, где я, где я? Время вышло. Трам-па-пам. Так, и что у нас? Что-то мы получили какой-то свиток. А как понять, где наши очки? И где наши какие-нибудь заработанные баллы? Забавно. Так. Хотите знать, что за железнодорожными путями? Конечно, хочу. Тайный скейт-парк. Чтобы попасть в него, нужно сказать пароль. Вы его знаете? Скейтборд? Ха, хорошая попытка. Вход только с паролем. Спросите пароль в додзё скейтбординга в центре города. Что-то как-то я со скейтбордингом у нас не очень. А, так, а где додзё в центре города? Это додзё? По-моему, это не центр города. Если уж на то пошло. А, вот вы, наверное, знаете пароль, да? Рейтинг игроков синяя. Вот, я же говорю, что синие, они как бы наверняка самые классные. Так, а к какому рейтингу принадлежу я? Какая команда я? Скажите мне, где додзё? Мы ужасно отстаем от графика. Извини, сюда нельзя. Эта часть города закрыта на ремонт. Ой, а когда ее снова откроют? Боюсь, не скоро. У нас накопилась пресная вода, чтобы... А, закончилась пресная вода, чтобы смешивать цемент. Вот бы нам пресной воды из горячих горных источников. Но мы так размякли из-за городской жизни. Ни один житель не осмеливается пойти в горы. Давай, я помогу. Я найду горячие источники и принесу воды. О, спасибо, мы все же закончим вовремя. Этого я тебе не могу обещать. Че, пошли искать горячие источники? А, вот додзё. Тут у нас додзё. Добро пожаловать в додзё скейтбординга. Угу. А мне нужен пароль. Кунг-фу панда. Ого, вы катаетесь на скейтборде даже лучше меня. Да ладно. Если захотите снова прокатиться, я буду у красных ворот. А пароль мне кто-нибудь скажет? Как здорово, теперь я могу попасть в тайный скейт-парк. Сказать пароль? Ни за что. А вы никогда не угадаете, что пароль чайник. Упс. Упс, я вам ничего не говорил. Хи-хи-хи. Ты тоже такой же секретный агент. Скольжение по перилам — легкий способ заработать очки. Угу. Вот сюда надо было раньше приходить, чтобы узнать все их секреты. Так, олень, а ты какие секреты мне расскажешь? А вы еще не нашли Тануки, пока катались на скейтборде? Он любит прятаться в чайнике. Ага. Нет, какой-то чайник я там, по-моему, сразу разбила. Как только поехали на том самом скейтборде. Так, и вы тут катаетесь. Я могу с вами поговорить? Нет, они тут все очень заняты. Ну ладно, давай, пока. Добро пожаловать в додзё скейтбординга. Зато мы узнали, что такое додзё. Угу.
Так, слушай, подожди, давай-ка, где там этот? А, тебе нужна горячая вода? Упс, упс, упс. В горы. А я не знаю, где горы. Мне бы карту. Ну, давай сядем на поезд. Может быть, с поездом. Так, подожди, ты кто такая, черная лиса? Мы с соседями сдаем жилье на время игр. Это легкий способ немного заработать. Да? А мне нужно жилье? Не знаю. Вот чайник. Я вижу чайник. Мы его можем как-нибудь это почикать? Нет, тут какой-то свалка каких-то всяких сувениров. Итак, я знаю пароль. Узнали пароль? Чайник. Верно. Проходите через ворота в парк. Ну, пошли. 3, 2, 1. Вперед. А куда вперед? А че? А, кататься? Так это что, тоже соревнование? Подожди, мне надо сюда, очевидно. Не-не-не, в другую сторону. Вот так вот. Ра-па-па-па-па-па-па-па. Не-не-не-не-не-не-не. Так и будем. Йо-ху! А, сюда еще можно. Ну, давай просто поездим, посмотрим, что тут за парк такой. Все равно время идет. Так, как на себя запрыгнуть-то? Эпс. О, я видела чайник. Эй, на тебя надо запрыгнуть. Да, я вижу, там хвост, между прочим, в этом чайнике болтается. Опа. Мы застряли в домиках. Как мне на тебя запрыгнуть? Ес, я тебя нашла. Ой, бум. Я долго ждала, когда же это произойдет. Ну, время вышло как раз. Результат, рекорд. Окей, ладно. А что вот это такое? Повторить? Это что? Поделиться результатом? Не, с кем я тут буду делиться? Ну, ладно. Так, хорошо. Чайник. Нам даже не давали такого варианта в первый раз, пока мы не узнали секрет. Слушай, нам нужно... О, ты кто такой? Слушай, как нам... Где взять горячую воду? Животные со всего мира приезжают, чтобы бросить вызов чемпионам. Наверное, надо уйти из этого города, я так понимаю. А почему синие фонарики, когда ведущая команда... Вернее, зеленые фонарики, когда ведущая команда синяя? Так, горы, горы. Давайте просто побегаем, посмотрим, где у них тут горы могут быть. Так, ты кто, котейка? Великий чемпион по скейтбордингу, кошка Лаки. Ладно, а ты кто? Кид Зимуна, великий чемпион по марафону. А где у вас горы? Чтобы посмотреть рейтинг, вступите в команду. А, вот она команда. Нет, мне сразу понравилась синяя команда. Вы кто такие? Приветствую. А вы достаточно сильны, чтобы стать частью синей команды? А ты кто? Я Уси, могучий бык, талисман синей команды. Упорный труд, единственный путь к победе. Вам это под силу? Да мне просто нравится ваше название.
Отлично, добро пожаловать в синюю команду. Первое задание – найти и одолеть легендарного чемпиона. Идите по тропам, на них вы найдете чемпионов и поучаствуете в состязаниях. Я не с того начала. Ну ладно. Или воспользуйтесь компасом, чтобы открыть карту. Вот. Да прибудет с вами мускулы. Мускулы. Так, компас. Ага. Здесь я уже была. Здесь у нас скейтборд. Марафон. О, нет, тут вряд ли есть вода. Вода в горах, мне сказали. Вот это, наверное, горы. Какое-то лазанье тут. Я занимаюсь совсем не тем, чем надо. Здесь у нас что? Это что это? Это куда это нас отправили? О, стрельба! Морской бой! Бам! Стрельба из лука. Стреляйте по мишеням, чтобы пробить рекорд чемпиона за отведенное время. Право-влево для перемещения, пробел для выстрела. Окей. 1-0. Так, а во что мы стреляем? А! А ты кто такой? Ты мне мешаешь стрелять. Ты это знаешь? Он сбивает меня с мишени. Зараза такая. А я просто буду бегать. У меня же неограниченное количество стрел, да? А, так мне надо его победить, этого красного. Да? А я так в свое удовольствие стреляю. Победа за этим. А ну-ка давай-ка еще раз, теперь я понимаю. Надо просто не давать этому Вите ничего. Во-во-во, вот эта вот штука. Хлопушку, хлопушку, хлопушку. Вперед него. Просто вперед него, не давать ему эти мишени. Ай-яй-яй-яй! Зараза! Вот он хитрец такой. К тому же он знает, откуда появится хлопушка. Так нечестно. Мимо. Ну уж нет, это будет моя. Я вижу, где идет хлопушка. А за мимо мне что, снимаются очки? Как он так набирает? Ну-ка, подожди еще раз.
Наверное, надо вообще все мишени сбивать. А тут себе. Ай! Зараза! И все равно он больше набил. Вот как так? Странно. Ну, по крайней мере, мы уже близки, чтобы победить Витти. Давай еще раз. Ай! Честно говоря, такой рандом. Подожди, 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 это мое. Как он так набрал 3500? Как он так набирает? Зараза, зараза, зараза. Да. Ну ладно, тут надо приноровиться. Окей. Мне это просто-напросто надоело. Так, с другой стороны, я здесь за водой. Так, это не вода, тут какие-то камни. Где у вас горы, чтобы набрать горячей воды? Кто? Добро пожаловать в магазин стрел пушистиком. Вау, впервые вижу столько стрел. Только лучшее качество по приемлемым ценам. Ох, но у меня нету денег. А, какая жалость. Можете смотреть, но ничего не трогайте. Пошли потрогаем. Пошли, взорвем ему все стрелы. Пушистик со стрелами. Пойдем отсюда. Зачем ты тогда тут нужен? Так, тут такие прям кораблики. Что это такое? Плюх. Это бассейн? Это баня? Это сауна? Это что? Так, а ты кто такой? О нет, что же мне делать? Что случилось? Я запустил свою счастливую стрелу выше, чем когда-либо. Но это же отлично. Нет, это ужасно. Она оказалась на крыше дворца Юити. Я не могу быть вдали от воды. Моя счастливая стрела потеряна навеки. Ну, я помогу. Возможно, я смогу ее достать. Подождите. Так. Ну, мы набрали всяких заданий. А где этот Юити? Юити? Что тут у нас? Синяя команда побеждает. Я присоединилась к синей не из-за того, что она побеждает, а из-за того, что мне понравился ее лозунг. Синяя команда
Ну, самая сильная, они пишут. Ну, я перевела ее как самая синяя. Так. И кто? Стрелы, стрелы повсюду. Все в порядке? Конечно нет. Посмотрите, везде валяются стрелы. Какой беспорядок. Я королевский собиратель стрел. Йоити доверяет мне находить их и приносить для его тренировок по стрельбе. Но стрел слишком много. Я никогда не смогу собрать все их все вовремя. Вам помочь? Давайте я помогу. Вы не похожи, что вы хоть раз собирали стрелы. Что ж, это правда, но я научусь. Хорошо, пожалуй, у меня нет выбора. Найдите 5 синих стрел и принесите их сюда. И поторопитесь, солнце скоро сядет. Так. А я уже видела, кстати, эти стрелы. Мы там, когда бегали, я в камнях их видела, эти стрелы. Вот. А как мне их собрать? Ну, вот же они. Или мне надо как-то с другой стороны к ним подойти? А как их собрать-то? Так. Непонятно, как их собирать. Так, подожди, а если пальцем ткнуть на них, может быть, просто... Не-а, стрелка тут не работает. Слушай, как их собирать? Или вот это? Синяя стрела, это первая, осталось 4. А, таким образом... Еще одна синяя стрела. Давай все, бежим тогда уже. Я думала, их надо вытаскивать. Сейчас, подожди, я тоже там на твою Йоити залезу. Следующие 3 собраны, осталось 2. Осталось 2. Куда ты там уперся? Ага. А как мы сюда попадем? Очевидно, с другой стороны. Еще одна синяя. Это 4-я. Осталась 1. 1 осталась. Не успеваю прочитать просто. Так, понятно. Это 1 осталась. Там эти стрелы просто воткнуты. Очевидно, так надо как-то пройти. Слушай, мне надо пройти за стрелами. Добро пожаловать в додзё стрельбы из лука. Замечательно, я пошел. Привет. Я всегда готов посостязаться в стрельбе из лука. Если хотите бросить мне вызов, я буду ждать на пляже у Красных Ворот. А, так это мы с тобой и стрелялись уже там. Ты шулер. Не-не-не-не, давай сюда. Ну вот, стрела. Ура! Это должна быть счастливая стрела. С виду ничем не отличается от других стрел. А, нет. А, это та самая стрела, которая на крыше, да? Это для рыбы. Йоити очень меткий, мне с ним не тягаться. Да, он просто жулит. Этот ваш Йоити. А ты что скажешь? Поразите одной стрелой несколько целей, чтобы получить больше очков. Ну да, да. Я пытался. Но ваш Йоити жулит. Так, мне для этого-то порося осталось найти еще одну стрелу, да? Где она может быть? Вот она. Наконец, 5 синих стрел. Отнесите их собирателю стрел. Он точно будет рад. Пойдем, отнесем. Порося, не реви, на. Ого, 5 синих стрел. И так быстро.
Йоэти будет мной гордиться, не? Нами, конечно, я имею в виду нас. Спасибо за помощь, Лаки. Теперь Йоэти еще сильнее, как чемпион. О, черт. Елки. Это, в общем-то, не совсем то, что мне надо было. Ну да ладно, давай отнесем рыбе. Может быть, рыба нам поможет, а не этому Йоэти. В это трудно поверить, но ваша стрела нашлась. Какая стрела? Счастливая стрела, которую вы потеряли на крыше. Ох, это же было 100 лет назад. У меня уже есть другая стрела. Что? Ага, она прекрасна, правда? Ничем не отличается от других. Да, но она счастливая. У меня хорошее предчувствие. Возможно, я даже смогу запустить ее на вершину горы. А, здорово. Прикольщики. Так, ну ладно, вершина горы, кстати, где гора? Гор мы с вами так и не видели. Но знаете что, давайте-ка, наверное, здесь я остановлюсь у этого самого Йоэти. И мы здесь с вами, наверное, попрощаемся, потому что, в принципе, я заскочила, как говорится, сюда на минутку. И, как видите, игра, ну, забавная, она довольно простая, легкая и юморная, что мне, в принципе, понравилось. Ну, а тем более она, как говорится, бесплатная и для всех возрастов провести немножечко времени, немножечко отдохнуть. Все, друзья, огромное спасибо всем, кто видео посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока!